Объемы оборонзаказа достигли своего пика. В ближайшие годы поставки для армии и флота начнут сокращаться. Это предусматривает и обновленная на 9 лет вперед госпрограмма вооружений. Чтобы снижение заказов не ударило по заводам, президент России объявил о необходимости провести диверсификацию сферы ОПК. Конкретные задачи военным и промышленникам Владимир Путин обозначил на совещании в Уфе. На какие приоритеты хотел бы обратить ваше внимание? Первое. У нас реализуется целый ряд масштабных программ, в том числе по модернизации электроэнергетики и развитию цифровой экономики, а также по внедрению наилучших доступных технологий, оснащению медучреждений по экологическому оздоровлению территорий, созданию индустрии переработки и утилизации отходов. И предприятия оборонно-промышленного комплекса должны активнее подключаться к таким программам и проектам. При этом подчеркну, предлагаемая продукция должна быть качественной и конкурентоспособной по цене. Искусственных тепличных условий, конечно, невозможно и не нужно, и вредно было бы создавать. Второе. Надо внимательно проанализировать, какие барьеры, прежде всего законодательные, препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках, что не позволяет заключать так называемые контракты полного жизненного цикла и так далее. Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию. Третье. Надо сформировать стартовые заказы. Предприятия, которые сейчас выполняют оборонзаказы, должны ориентироваться и на гражданскую продукцию. Ее доля уже через 10 лет должна увеличиться до 50%. На крупных заводах республики процесс диверсификации уже запущен. Вы, участвуя на разных конкурсах в этой конкурентной среде, выигрываете. Почему? С одной стороны, как бы цена и качество, если взять параметры, на что вы акцент делаете. Но с другой стороны, к вам огромное доверие и уважение со стороны государственных заказчиков, потому что выполняете все те обязательства, которые берете на себя. Когда нужно, соответственно, трудовые коллективы работают и выходные дни, когда нужно, в круглосуточном режиме работают. Это очень значимо для всех нас, потому что люди хотят стабильности, люди хотят иметь уверенность в завтрашнем дне. Сейчас в республике на оборонный комплекс работают более 20 предприятий. В Чувашии производят ремни для автоматов, провода для ракет, автомобильные модули, электронику для боевых самолетов. По заказам Минобороны на Чебоксарском заводе реализовали и инновационный проект. Это адаптивная решетка системы «Комета», которая защищает навигационный спутниковый сигнал ГЛОНАСС в условиях помех. Разработка инновационная, и по этим разработкам мы догнали ведущие страны Запада, ну, как сейчас принято говорить, наших партнеров. Также здесь представлена новая разработка – это низковольтные автоматические выключатели от номинальных токов от 0 до 630 ампер. На подобные инновации в Министерстве обороны сейчас делают ставку. Это подчеркивает и Владимир Путин. Президент страны поставил задачу нарастить выпуск импортозамещающей продукции для нужд военных. Вместо зарубежной продукции они должны ориентироваться на закупку существующих и создаваемых отечественных аналогов. Нужно найти сбалансированную формулу, которая позволит разделить между государством и предприятием экономические риски и затраты. Прежде всего, это важно для НИОКР, сертификации, развития сервисной поддержки и послепродажного обслуживания. И, конечно, при реализации проектов по диверсификации нужно активнее использовать механизмы специальных инвестиционных контрактов. Пример успешной диверсификации в республике – завод имени Чапаева. Для сферы ОПК здесь производят боеприпасы и защитные пластины для подлодок. Сейчас на предприятии наращивают выпуск пиротехники, мячей и резиновой обуви. У нас несколько заводов, и уже вы сегодня по гражданской продукции в удельном весе имеете 30% где-то, да, но цифры они плавающие. И с этой точки зрения хочу сказать, и то, что до 2025 года уже есть стратегия развития завода, это тоже о многом говорит, то есть застоя нет, специалисты думают, и касаясь уже даже увеличения заработной платы сегодня выше, чем средняя по республике. Перспектива у вас хорошая. Были времена, люди увольнялись, люди уходили, не зная о том, что будет завтра, через год, через два, через три. Я вижу уже молодых людей, и девушек, и юношей, которые
начали уже приходить на завод, значит, мотивация для них уже значимая. Какие нужно решения принимать во благо завода, во благо заводчан, мы это все будем делать. Для того, чтобы нарастить объемы выпуска гражданской продукции, у предприятий республики есть вся необходимая технологическая и кадровая база. Это отмечают руководители крупных корпораций. Если у нас будут расширяться заказы, а перспективы для этого есть, то таким надежным партнером, как Элара, мы, несомненно, будем продолжать сотрудничать и будем стараться его расширить. У нас совместные проекты у нас с рядом предприятий нашей корпорации. Здесь и Темпави, здесь и Радуга, здесь и Вымпел. Поэтому у нас сотрудничество есть, и оно достаточно плодотворное. При сокращении объемов оборонзаказа большинство предприятий возьмут курс на сферы, которые нуждаются остро в инновациях. Диверсификация должна открыть новые рынки и обеспечить загрузку производственных мощностей.